Мы приехали на водопад Миломерис. Он находится вот в таком ущелье. Тут жуть жарко, и на входе тут продают химозное, невкусное мороженое. Не берите его. Вон, у меня жена только что выкинула. А так тут прикольно, вот такое вот ущелье со всех сторон. И ступенечки идут. Мы, может, даже искупаемся, но пока не уверен. Сейчас сходим на разведку, посмотрим, как оно там. Такой мостик и вот там вот водопад. Не представляю, что тут будет твориться, если с тургруппой большой приехать, потому что вот тут народ мало, а уже все равно как-то тесновато. И тут, кстати, ходить надо аккуратно, скользко, камешки неудобные. Водопад, кстати, реально красивый. Ну, сейчас я полезу купаться в водопад Миломерис. Надеюсь, он не жутко холодный. Как сюда привыкаешь? Хорошо.